составе первых трех колонн на аэродром прибыли реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», бронетранспортеры БТР-82А, пикапы «УАЗ-Патриот», гаубицы Д-30, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и реактивные системы залпового огня «Ураган». Также на тралах в ближайшее время к месту проведения тренировок будет продислоцирована гусеничная техника, самоходные тяжелые гаубицы, танки Т-72БЗ и боевые машины пехоты. Подразделения радиационно-химической и биологической защиты провели дезинфекцию тренировочной площадки, а также развернули у въезда пункты санитарной обработки техники. Сегодня мы занимаемся перемещением техники мизерной колонны к местам ее тренировок и подготовки. Личный состав мизерной колонны завершает подготовку техники, отмывают ее от пыли и грязи и занимаются показом. Парад Победы в Самаре пройдет на площади Куйбышева 24 июня. Во время его подготовки и проведения будет предпринят комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленный на исключение распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию помещений для проживания военнослужащих и предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции. И только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада. Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты, перчатками, медицинскими масками и антисептиками. Их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены. Мария Елчан, Виктория Шара, События.